Бабура, президент Международного студенческого футбольного союза, Алуна Дашевич Алканов. The honored guests of the final match are invited to give a welcome speech. FIFA Secretary General Mistress Fatma Samura, the International Student Football Union President Alu Alkanov. Добрый день. It's my pleasure and a privilege for me to be here this afternoon to attend the closing game for this youth and student festival. Для меня это большое удовольствие, одновременно большая честь находиться здесь и посетить финальную игру замечательного турнира в рамках фестиваля молодежи и студентов. My capacity of FIFA Secretary General, I would like to pay a tribute to the authorities in Russia for having the idea of organizing such a wonderful tournament, uniting all the youth from the world. Будучи генеральным секретарем Международного футбольного союза, я бы хотела поблагодарить российские власти за организацию такого замечательного футбольного турнира. Football, as you all know, is the world must biggest and greatest unifier. And having students who represent the youth coming together is a very strong symbol of unity of the youth from the world. Футбол – это такая очень важная вещь в современном мире, которая объединяет страны, объединяет людей. И здесь был замечательный пример, который мы все увидели – объединение молодежи в рамках футбольного турнира, в рамках фестиваля в целом. Well, so thank you, Mr. Alikanov, for having given me the opportunity to address the audience and wish both European and Russian team a very nice final and the best of luck. Господин Алханов, я хотел бы поблагодарить вас за возможность посетить этот матч, за возможность выступить. И я хотел бы пожелать всяческих успехов в сегодняшнем матче и в будущем, как европейским, так и российским командам, которые принимают участие. Спасибо. Спасибо.